Доброе утречко. Сейчас у нас начало 9 утра, а мы идем с Артурчиком кое-куда. В общем, идем в поликлинику сдавать анализы. В честь того, что ему исполнилось полгода. Вот такие вот дела. А мы пришли к Вове. Артур заснул. Не хочу домой идти его будить. Наверное, погуляю по рынку сейчас. Вове зайду. Еще куда-нибудь схожу. Так, а его нету. Пойдем искать. А я обедаю тут одна. Вот тогда я отражаюсь. Hello. Так, я кушаю. У меня хлебцы рисовые. Кстати, такие воздушные очень. Они, кстати, отличаются всем. Некоторые твердоватые, некоторые очень мягкие, воздушные, в общем. Рисовые. Это арахисовая паста. Ой, обожаем. Мы просто съем чуть-чуть. Я тут влоги делаю. А Артурчик у нас заснул на полу. Бедолашка. Он долго уже не спал. Вот это второй раз за сегодня. Утречком полчасика на улице, когда с ним в поликлинику ездили. И вот только-только заснул. Вымотался тут, игрался тут, ползал, лялякал. Я его покормила и спадки лег. Артурчику подарили мячик, да? Ну-ка, смотри, какой яркий. Малыш, смотри, какой большой, у тебя такого нету. О, какой красивый. Что? Смотри. Вот такой классный мячик. Ну что, так и проснулся. А, еще заспанный. Ну, смотри-ка. Ух ты, как он умеет. Вот это да. Вот это да. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, какой яркий. Держи. Держи мячик. Вот это уже настоящий мячик. Большой. Ну, ты его не возьмешь в ручку, как те маленькие. Не получится. Артурчик, зачем тебе котики, а? Что ты будешь с ними делать? Малыш, Артур, в общем, вот так вот. Научился ползать, теперь за всеми котами ползает, а коты наутек. Скажи, Артурчик, там котик, да? Я их, за ними уже ползаю, они все убегают и убегают от меня. Убегают и убегают. Зачем меня кусаешь? Артур играется со своей тенью. Ну, хоть какое-то развлечение. Ну, вот, как и обещали, будем вешать. Мыльница. Как это называется? Мыльница. Да. Наверное. Ну, вот, мы это и сделали. Вернее, Вова. Заливного, да? Нет, это. А, ну, давай, заливай. Я посмотрю. О, какое-то желтое мыло. Лимоном. Сколько там влазит? Ненавижу лимон. С вкусом, точнее. Вкусно. Я не знаю, сколько влазит. 450 вроде было написано. Значит, полбанки этой. Ушло. Мне интересно, какой струй будет, ну, насколько много будет отсюда выплывать. Кстати, везде по-разному. Может, если по многу, так расходовать очень быстро будем. Ну, сейчас оно же набежать должно. Ну, все ж сразу. Капелька. Отлично. То, что чуть-чуть, это хорошо. Прикольно. А, какой запах классный. Я не люблю лимон. Я люблю кокос, либо ваниль. Тоже надо выбирать мыло. Ну, в общем, прикольно, нам нравится. Ну-ка, еще разок. Опа, капелька, одна капелька. Одной рукой. Например, вот так вот, как я делаю. Вот так вот, нажимая ладошкой. Нормально.
Круто, круто, круто. Артурчик у нас играет с Юлой. Артур, ну куда? Ну куда? Вот берет в рот. Ну, ну что ты делаешь? Давай покрутим. Давай покрутим. Не-не-не-не-не. Ну, смотрите, что он делает. Ну, ну все, нельзя оставлять одного с этой игрушкой. Нельзя, нельзя, Артур. Тебе что, неинтересна эта цацка? Ну, ну я не знаю, что тебе уже интересно. Малыш. Давай тогда будем... ползать. Вот, давай сам, давай, давай. Давай, ну-ка, я знаю, ты умеешь. Давай, 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 вот так. Почти, почти, почти. Давай, 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 давай. Что? Угу. Не-не-не-не-не-не-не. Все, забираем. Артурчик, пойдем-ка мы посмотрим, что там папа делает. Давай-ка. Пойдем-ка мы посмотрим, что там папа делает. О, зеркало пора промыть. А папа сейчас будет садить Мелиссу. Мелиссу. Да. Мы будем чай пить. Я надеюсь, у меня не пропадет эта Мелисса, как все цветы, которые у меня были. Артурчик тут наблюдает. Наблюдательный у нас малыш такой. Земля. Купили землю. Керамзита сначала он насыпал. Теперь земелечки. Дренаж будет. Да. Дренаж подсыпал. Сейчас только наш усядется, когда польется вода. Добавим, может, я не знаю, хватит, не хватит земли. Ну, посмотрим. Ну что, малыш, интересно тебе? Артурчик. На 1,5-2 сантиметра. Дырочки сейчас сделаем. Зачем? Ну, посмотри, сколько там семян есть хотя бы. Тут есть вообще. Конечно, есть. О, так их много. Ой, я же говорю, это надо посыпать. Убрать верхний слой земли. Отсыпь куда-нибудь. Да я сейчас эти сделаю, бороздки. А, ну да, да-да-да-да-да-да-да. И посыпешь. Ну, в общем, сажай. Я думала, ты бороздкой сделаешь, а не ямки. А я не получу мимо. Не знаю, много это, немного будет. Ну ладно, мы не спецы. Что-нибудь да вырастет. Что вырастет, то всё. Лишнее можем вырвать. Если и, уже на то пошло. И отсадить. И отсадить, да еще она проживется. Наверное, мы не знаем точно. Мы так, точно не палить, знаем. Наверное, да, чуть-чуть. Ну, в общем, вот так. Дело мы это наконец-то закончили. Спустя на неделю. Да. Отчитаться. Отчитаться. Вот наш горшочек. Красотунчик стоит. Поливачку. Поливачку, пырскалку поставили. И засыпали керамзитом. Буду по утрам поливать. Все, посадили. Будем ждать Мелиссу. Ну вот, Артурчик у нас уже внутри. Тусуется с мячиками. Да? Классно? Так много все твои. Давай мне. Давай мне. Давай. Ах, бортики. Вот так вот бортики. Вот так вот скажи. Что мне толку от этих бортиков? Скажи, я уже большой. Я уже ползать умею. И залончик вылез, что я вставляла. Надо будет зафиксировать как-нибудь. Потом. Ну, в общем, пока играется. Пока ему нравится.